Всем привет, продолжаем играть в ТЛД. Сейчас мы с вами отправляемся для выполнения задания. Вот тут налетчики у нас. Давайте повоюем с ними. И там я видел, еще идут ребята, 99 вроде их было или что-то такое. Мы их, наверное, немножко пропустим, мы не будем с ними воевать, потому что у нас и так мало воинов. Плюс у нас слабенький отряд на данный момент. Поэтому сейчас мы с вами убьем этих и попытаемся свалить от тех. Такой план будет. Не вижу смысла просто нарываться на бойню, где перебьют всех моих солдат. Опять же, это будет не первый раз. Не хочу этого делать. Надоело постоянно солдат взращивать, взращивать, а в конечном итоге опять все как было, так и остается. Так, так. Так. Вроде все. Убили одного. Но размен 1 в 30 достаточно хорош. И поменем мы оруженосца. Он был хорошим оруженосцем. Лучшим среди своих. Так, да, 99. Мечники Гондора. С нога 43. В принципе, мы можем даже попробовать. На самом-то деле. У нас все очень-очень неплохо там. Давайте всадников сделаем еще. Хотя у нас... А, у нас молодых воинов только один. Давайте мы сохранимся и все-таки попробуем. Давайте подождем, пока не будем спешить. Пускай они немножко подойдут, если они могут. Так. Так. Но они что-то не спешат. Я вижу, что они идут, но они как-то медленно идут. Не верят, что ли, в свои силы. Так, хорошо. Давайте по чуть-чуть выдвигаться. Почему я так бодренько пошел на них все-таки войной? Хотя говорил, что не пойдем. У них 40 воинов из всех этих, это с нога. 40 воинов, это... Считайте, половина от 90 этих ребят. Это с нога. И плюс 20 это лучники, да, но лучники в ближнем бою послабее будут, чем конница, сами понимаете. Поэтому есть все шансы победить. Поэтому мы сейчас не будем играться с вами. Мы будем сражаться нормально. Да что такое? Почему ты не попадаешь? Пил, что ли, перед тем, как на бой ехать? Козлы. Да давай уже. Да сними ты щит свой. Наконец-то. Вот так. Вот так. А ну иди сюда. Вот так. Убей его. Хорошо. Нужно будет посмотреть нашему помощничку по поводу
нового оборудования. Фу, оборудования, говорю. Обмундирования. В атаку, в атаку, ребята. К нам присоединились, я вижу, еще и союзники. Они ехали сзади того отряда. Вот они все в красном. Это хорошо. Союзники нам не помешают. Плюс они разнесут молву о том, что мы победили, сражались и были сильными. А плюс, да, надо будет заменить лошадь на более стойкую, на боевую. Но боевую лошадь я пока не могу взять. Точнее, могу, но она будет не той лошадью, которую я бы хотел взять. Поэтому пока мы с вами менять лошадь не будем. Так, слазим. Берем. Убиваем. Убиваем. Еще убиваем. Всех убиваем. Нам не нужны живые враги. Пленных мы не берем. Бейте всех. Мечники Гондора. Давайте возьмем, у нас все равно два места есть пока. Вы издеваетесь, что ли? Чтобы вы понимали, мне уже просто некуда брать. Поэтому придется оставить, конечно. И давайте в Лосарнак заедем. Казармы сдадим к чертям хоть что-нибудь. Ай, у нас тут ничего не открыто. Нет интереса сейчас бегать, открывать. Давайте мы сделаем немножко по-другому. Мы съездим в Минастирит. Минастирит я сдам к чертям. Всю эту гадость и поедем уже дальше с гонцом разбираться. И нам нужно кузницу. Кузнице мы сдаем всю эту фигню. Прекрасно. 5000. У них 5000 нет, но у них есть замечательная вот такая вот фигня, которую мы возьмем. И 21. И это мы возьмем. Так, теперь отряд. Всадник. Вот. Эорла. Шикарно. Мы докачали, пускай только одного, но уже до высокого ранга всадника. Если все получится, то у нас будет очень хороший всадник. 20. На, бери. 21 30. Ну, откровенно говоря, давайте мы себе возьмем это продадим. 29 26 9. Так, теперь Минастирит, кузница и вот это вот сдать к чертовой бабушке. 33 8. Давайте вот так сделаем. 36-39. Пока у нас есть эти очки. И давайте в конюшню заедем и посмотрим. Нет, боевые лошади только 4-го, видите. Все 4-го, 4-й это все-таки 4-й.
Гондорский меч стражи цитадели 39-30 у меня. А давайте возьмем-ка его. Какой он там? И все. Продолжаем. Давайте сохранимся. Я потратил кучу очков, но ничего страшного. Они нам особо не нужны. У нас не так много их воинов. Но получить... А куда нам нужно было? Боже, боже, я уже забыл. Вот, налетчики. Они, зараза, быстрые, мы не успеем. Нам нужно было в Эдолон, да, я вспомнил. Сюда. Забираем пленных. Забираем куски металла. Езжаем дальше. Корсары. Давайте мятежных корсаров сейчас попробуем убить. Да не убежишь ты от меня. Ты медленнее бегаешь. Чё ты пытаешься-то? В атаку. Зачем мы это делаем? Я хочу попробовать свою новый меч, новое копье, чтобы попробовал наш союзник. Так, ребята, вы все очень медлительные. Плюс у меня новая броня. Я такой крылатенький. Плюс у нас новый... Вот. Вот, вот, вот. Об этом я и говорю. Шикарно, шикарно. Новый меч тоже попробовать нужно. Прикольно, прикольно. Где? Кто? Короче, я новый меч так и не попробовал. Нам бы съездить к эльфам. У них тоже очень хорошие вещи. Можно было бы прикупить нашим помощничкам, помощнику. Осаждает каменоломни. Но тут плохо, потому что у нас как-то мало у нас воинов. Постоянно мало воинов, из-за этого у нас постоянно какие-то проблемы с ребятами. Фарамир. Гонец у нас свалил. Прекрасно. Несколько пленных. Держи. Готово. И у нас есть улучшение наших воинов. Опытный копейщик Крохана. Шикарно. Так, давайте-ка сохранимся и едем обратно в Рохан. Будем пытаться хоть что-то сделать, потому что там все очень печально в Рохане. У нас снова кто-то готов. Пехота. Вспомогательный отряд. Так, почти на месте. Ну, как почти на месте. Я еду сюда посмотреть, может, тут есть какой-то отряд небольшой, который мы можем попытаться уничтожить. Если есть, то мы это сделаем. Если нет, поедем дальше. Ну, я никого не вижу. Едем дальше. Ой-ой-ой, корсары. Мятежные корсары 11. 5-1 у них скорость, у меня 5-6. Догоним, догоним, догоним. Догоним, вломим, заберем все, что можно. Ой, там еще и харады бегают. Ой, ты мои зайки вы. Вы можете как-то не все вместе бегать, а как-то по отдельности, что ли? А-а-а.
Харады, харады, вы мне всю малину ломаете. Ой-ё, тут как бы, сами понимаете, надо валить. Ай, главное, чтобы к ним подкрепление еще не пришло. Вы видели там количество этих воинов гребаных сотнями? Нас просто нагнут, и мы даже не успеем сказать, ой, как нас поубивают всех к чертям. А все жадность. Правильно говорил Барбосса, жадность грех. Пожадничал, побежал за отрядом небольшим и нарвался на харадов. Да твою мать, промахнулся. Ладно, слазим. Некогда играться, надо побыстрее расправиться с противником. Так, и вот сзади еще один. Два. Есть. Хорошо. И сейчас нам нужно очень быстро валить отсюда. Ай, ё-моё. Быстрее, 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 быстрее. Ну, допустим, этих 20... 5 я не боюсь, 27, а вот тех 200 меня немного пугают. Опытный всадник. Давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Куда они все двигаются? Они сюда едут, что ли, воевать? Это плохо. Сторожевой. Вон, 23 мордорских налетчика. Вот это я понимаю, вот это можно повоевать. Ой-ё. А, нет, все нормально. Я думал, их там много, но их немного. Да твою мать, вы издеваетесь? 5,6, 5,5. Ну, по идее, я их догоню, но чтобы это было не поздно уже. Ну. Давай. Так, у них 5,5 все еще, у меня 5,6 все. У нас есть шанс его догнать, но, блин, я как дурак сейчас на самом деле бегаю за ним зря. Ну, давай, чуть-чуть еще. И, ну, самую малость. Серьезно, ну. Нафиг вас, уроды. О-о-о-о-о-о-о-о, взять. Я не знаю, сколько меня там еще влезет. Пятеро. Лучников давайте заберем. Все, у меня больше нет места. Плохо, жаль. Но было весело. Так, у меня готово к повышению. Оруженосец Рохана. Так, давайте сохранимся и поедем все-таки к нашему начальству. А то мы катаемся фигней, страдаем. Плюс в Минастирит заедем, сдадим пленных, нам они не нужны. Конный лучник черной змеи. Звучит очень угрожающе. На самом деле весь смысл этой игры в том, чтобы находить именные отряды, которые ведутся всякими полководцами, именно там Моксими, Палой, еще какие-то. И убивать их, разбивать, убивать и все такое. Западный Асгилиад захватили Мордор. Блин, это плохо. Видите как?
Если ты на темной стороне, это кажется хорошо, но нет, это плохо. Это плохо, это плохо. Харады, харады. Слишком много харадов. Нам они не особо нужны, но слишком много их. Кузница. Давайте сдадим. У них есть 6000. Это хорошо. Лошадь. Мечник Гондора. Но опять же, я их не догоню просто-напросто. Они слишком быстрые. А вот этих налетчиков можем попробовать. Хотя у них 6,2, у нас 5,6. Что... А, нет, у нас 6,0. Неплохо. Мы, скорее всего, попытаемся догнать. Вряд ли получится, но попытаться стоит. Плюс все равно мы движемся в нужную сторону. И на этом, если не догоним, то посражаемся. Давай, 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 друг мой. Но у тебя 6,3, и ты должен догнать. Вот, 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 то, что я хотел. Ай, моя ты лапочка. Все. Все, все, все. После этого боя, на этом мы, наверное, закончим эту серию и перейдем уже к заданиям короля. Нужно будет его только отыскать и взять у него задание. И будем смотреть уже дальше по ситуации. Плюс нужно будет купить новый щит, а то какой-то я непрезентабельный. Глупо звучит, знаю, но все-таки. Ну-ну-ну-ну-ну. Где они? Где они? А, вон они. Все, я их вижу. Конница у нас растянулась немного, но не сильно, поэтому особо не должны помять нашу конницу. Да твою мать, ты серьезно? Я из-за тебя такой удар. Дурацкие конницы. Короче, воюйте сами. К черту вас, дебилов. Красивые наплечники. Нужно будет также съездить к эльфам, мне хочется посмотреть. И у нас проблема, у нас очень сильно со всех сторон нас обседают, и прям вот не получается у нас ничего с защитой. Не знаю, почему так. Скорее всего, просто где-то я что-то неправильно делаю. Как вариант. Так, у нас готов к повышению кто-то. Отборный пехотинец Рохана, хорошо. И едем в Эдорас, и там будем сдавать задание. У нас есть вообще задание, которое нужно сдать? Нет, у нас ничего нет. 24-10. А вот ребятам нам помочь надо. Всадник, застрельщик, опытный застрельщик. От... Шикарно. Шикарно. И копейщик забираем. Давайте оруженосца одного отпустим. Возьмем этого. Воин. Ну, жалко. Мечники. Мечники нам не нужны, а вот двух застрельщиков мы возьмем с вами. Это такое уже. Особо нам не требуется. Так, кто у нас тут? Всадники. Копейщик. Пехотинец. Надо было пехоту сдать. Ай, дураки. Ладно, уже не важно. Надо было сдать пехоту, взять конницу вместо них. Но уже кого взяли, того взяли. Так, 5000 у этих. Я только что еду продал. Ну ладно. Свежую возьмем, чем мы как маленькие. 40, 17. У меня 37. Да, но это все-таки кольчуга с гербом, та, что нам нужна. Ладно, давайте пока не будем тратить, куда попало. Так. Я не смотрел просто, кто тут есть.
Ну, короля я вижу хорошо. Давайте возьмем у него какое-то задание и на этом закончим. Это не король. Кто это такой? Я не знаю, кто ты и почему он командует. Так, хорошо. На этом заканчиваем на сегодня. Всем спасибо за просмотры. Если есть желание, подписывайтесь на канал, лайки. Буду рад, если вы будете комментировать, задавать ваши вопросы. Я с вами прощаюсь. Пока.